А если бы Гарри Поттер читал рэп, это и представил в своем клипе бельгиец Юнг Маву. И у его ролика уже 2 миллиона просмотров YouTube. Клип снят в обычном пешеходном тоннеле, а вот сам исполнитель одет в толстовку с фамилией Поттер и традиционный шарф факультета Гриффиндор, на котором и учился герой легендарной фэнтези-саги. Трек называется «Черная магия» и рассказывает о том, как непросто учиться в школе чародейства и волшебства. Пользователи к ролику отнеслись двояко. Истинные поклонники Гарри Поттера считают, что песня – настоящая издевка над персонажем. А вот другим клип нравится. Особенно то, что в рэпе про магию использовали саундтрек из самого фильма про маленького волшебника. А это новость для тех, кто уже устал от милых фотографий котиков в социальных сетях. Да, пушистые, усатые и полосатые могут быть очень нефотогеничны. Эти фото тому подтверждение. И они набирают популярность в сети. Зевающих, жующих, испуганных, спящих, открывающих рты и выпучивающих глаза кошачьих выкладывают пользователи по всему миру. Некоторые откровенно злорадствуют, пишут: ну наконец-то и котики показали себя с неприглядной стороны. Другие питомцев откровенно жалеют и считают, что хозяева поступили очень жестоко, выложив такие неудачные фотографии в социальные сети. А эти фото стали очередным интернет-мемом. Их герой – опоссум-победитель. Случайно сфотографированный зверек с поднятыми лапками благодаря стараниям пользователей сети стал и Годзиллой, который крушит город, и выступил в роли персонажа космической саги «Звездные войны». Там опоссумы вообще представляются как армия клонов. Опоссум легко может вооружиться и стать героем культовых боевиков, биться в ринге или работать на телевидении. Фотографии собирают просмотры в социальных сетях, а пользователи продолжают публиковать фото жабы с храбрым зверьком в главной роли.